конечно, если ты возьмешь человека, который может, он просто к этой работе не... Это не его, такое бывает. И не значит, что с ним нужно расстаться. Может быть, его лучше перевести, не знаю, ну, в другой департамент, и все. Это не значит, что он плохой или хороший. И если мы даем уж, коль скоро мы даем возможность линейному персоналу общаться с гостями, необходимо создать алгоритм этого ответа. Не шаблон ни в коем случае, а алгоритм, да. Холлселлеры берут объемы, и пока есть живые метапоиски в Европах и в мир, пока отели там, хотят иметь группы вне сезон и в какие-то низкие дни загрузки, холлселлеры будут жить. Знаете, работать в принципе с вашим внешним окружением этого сайта, вы начинаете смотреть отзывы, кто что пишет, вылезают какие-то ссылки непонятные на негативные отзывы. То есть очень на самом деле много интересного вылезает, когда начинаешь этой вещью заниматься. Считается правильным, когда вот ключевая фраза, она должна встречаться в тексте объявления, да, то есть она в голове у пользователя, в Яндексе, в объявлении, на лендинг-странице, да, то есть и переход на страницу, это уже есть. Мое глубокое убеждение, что сегодняшний ательер или там специалист какой-то по продажам, или руководитель агентства, или неважно кто, да, он должен быть медийной личностью. Почему? Бренды у вас меняются, но ваш собственный бренд должен оставаться.